Before we go, we're not finished with synergy, but there were a few things I wanted to come back to. Мы еще не закончили вопрос синергии, но я хочу еще вернуться к некоторым моментам. I did some fact-checking in my Bible. Я проверяла факты определенные в Библии. Daniel was young. Daniel 1:4 says he was young when he was taken captive. Даниил 1:4 говорит о том, что Даниил был молод, когда его взяли в плен. He was successful. Он был успешен. Through Nebuchadnezzar's reign. Во время правления Навуходоносора. Some minor kings. Потом некоторых царей, которые правили очень недолго. Then Belshazzar's reign. Потом во время правления Валтасара. He was the one that got the handwriting on the wall vision. Которому было видение надписи на стене. And he was also successful during the reign of Cyrus. И он также был успешен во время правления царя Кира. If he were 16 years old when he was taken captive, если ему было 16 лет, когда его взяли в плен, then he would have been 85 years old. Тогда получается ему примерно было 85 лет. Under Cyrus. Во время правления Кира. He was successful through many kingdoms. И он был успешен во многих этих царствах. That's what we're wanting to raise. Вот каких людей мы хотим воспитывать. Leaders that are going to be successful as kings come and go. Людей, которые будут успешны, неважно, когда цари приходят или уходят. Back to synergy. Возвращаемся к синергии. Synergy is messy. It's messy to it's just makes a mess. То есть синергия — это не совсем легкое понятие. Очень много беспорядка может быть в этом процессе. Because the generations don't always understand each other. Потому что поколения не всегда понимают друг друга. I don't like tattoos. Мне не нравятся татуировки. I'm not real big on green hair. Мне не нравятся зеленые волосы. I don't really like blue fingernail polish. Не нравится голубой лак для ногтей. But there is nothing in scripture about blue fingernail polish. Но в Писании ничего не говорится о голубых ногтях. So we have to learn when it's style. Мы должны понимать, где стиль. And when it's substance, when it's the scripture. А где Писание? And we need to be able to see each other's heart. И мы должны видеть сердца друг друга. Now, since I opened my big mouth and mentioned tattoos, let me go ahead and finish that. Если я уже начала говорить о татуировках, закончу этот вопрос. When they first started appearing, когда они впервые стали появляться, I went and studied the scripture about tattoos. Я изучала Писание насчет этого. And there are some places in the Old Testament where God told the Israelis, do not get tattoos. И есть места в Писании, где сказано израильтянам не наносить татуировки. But if you go and look at the scripture, но если вы исследуете Писание, he also told them not to wear fabrics made out of two different fibers. Там также написано, что нельзя носить одежду из двух разных материалов. So we can't use that as our rule. Поэтому мы не можем пользоваться этим как правилом. When I got serious about looking at the issues of tattoos, когда я серьезно разбиралась с вопросом татуировок, I went to Acts chapter 15, и я обратилась к 15 главе Деяний, which was the Jerusalem Council, к Иерусалимскому собору, where they were trying to decide how much of the law were they to require of the Gentile believers. Где говорится о том, что требовалось от неевреев, верующих неевреев. And one of the key things for me in that passage, и одним из ключевых моментов в этом отрывке, на мой взгляд, is they instructed us to stay away from things pertaining to idols.
Там говорится о том, чтобы мы воздерживались от вещей, которые посвящены идолам. I know there are some tattoos that are idolatrous. Я знаю, что есть татуировки, которые посвящены идолам. I can't say every tattoo is idolatrous. Но я не могу сказать, что каждая татуировка это идолопоклонство. So see, this is an example. И это пример. Of working together, the synergy. Взаимодействие друг с другом, синергии. Being more difficult. И это как раз тот момент, когда появляются проблемы. It would be much easier just to say tattoos are wrong, don't do it. Намного легче сказать татуировки плохо, не делайте их. I just don't believe that that's God. Я не верю, что так Бог действует. I can still not like them. Но при этом мне они все равно не нравятся. And the young people I'm in a relationship with. Те молодые люди, с которыми я имею отношения. They can handle me not liking them. Они могут видеть, как я все равно с ними общаюсь, хотя мне не нравятся татуировки. Because I'm not judging their spiritual life on whether or not they have a tattoo. Потому что по татуировкам я не сужу их духовную жизнь. Now that's where that's how I have settled it in my heart. Это то, как я в своем сердце решила. В Танахе говорится о том, что нельзя было прикасаться к прокаженному. So the concept in the Old Testament is whatever you touch can make you unclean. Поэтому концепция Ветхого Завета говорит о том, что прикосновение к нечистоте делает человека нечистым. And there are a lot of other issues besides tattoos. И были еще другие вопросы, кроме татуировок. That if we were living in Old Testament times, we would consider someone touching this or doing it would make them unclean. Там, где говорится о том, что прикосновение к нечистому делало людей нечистыми. But on the other side of the cross, но по ту сторону креста, it's not what we touch that makes us unclean. Вопрос не в том, к чему мы прикасаемся и что делает нас нечистым. That we get touched by Jesus and he makes us clean. Суть в том, что нас касается Иешуа и делает нас чистыми. So again, it's about the heart issue. Это вопрос сердца. If someone is getting a tattoo and because it's like, I don't care what you say, I don't care what you believe, I'm in rebellion and you can't control me. Если люди наносят татуировки и говорят, что мне все равно, что вы говорите, и это просто открытый бунт, then there's a broken relationship. It's not the ink, it's the broken relationship. Тогда вопрос именно в нарушении отношений в каком-то вопросе, that's what we need в какой-то сфере. To focus on, на этом нужно концентрироваться. The relationship that we would have. Нужно концентрироваться на отношениях. With Jesus and with one с Иешуой друг с другом. And we always want to focus on the cleanness we get from Jesus. И мы всегда должны концентрироваться на чистоте, которую мы принимаем от Иешуа. I believe the Lord is bringing his church to a place of purity. Я верю, что Господь вводит свою церковь в чистоту. That we can be like Jesus in the world. Чтобы мы могли быть как Иешуа в этом мире. He ate with the sinners. Он ел с грешниками. He was forgiving to the sinners. Он прощал грешников. They were so attracted to him. Они прилеплялись к нему, и он привлекал их. But he never sinned. Но он сам не грешил. I believe that that's the kind of holiness God is wanting to bring up out of his church. Я верю, что вот такую святость Господь хочет привить церкви. That it's a holiness from inside. Это святость изнутри. Because I love him so much. Потому что я люблю его так сильно. That when I go to I can go to a casino now. Я не пойду в казино, конечно. And it's not fun to me.
Для меня это совсем не, меня это совсем не забавляет. In our younger days, when we weren't walking with the Lord, we would go all at least once a year to the casinos to gamble. Когда мы были молодыми и не следовали за Господом, мы раз в год ездили в казино. The reason it's not fun anymore for me is I can see things spiritually. Причина, почему это меня не забавляет, потому что я вижу духовными глазами разные вещи, которые там происходят. Now I see the pain in these people's hearts. Я верю, я вижу боль в сердцах этих людей, которые там находятся. The last time we went to Las Vegas is for the in Nevada. В прошлый раз, когда мы ездили в Лас-Вегас, штат Невада. We were just having a week of rest. У нас была просто неделя отдыха. And even just listening to the people on the bus. И даже когда мы слушали людей, которые ехали в автобусе, мы слышали, как они говорили, что они знают, что они выиграют кучу денег. И я хотел встать и накричать на них. И хотел им сказать, что эти отели не были построены, потому что люди выиграли кучу денег. The casino is always going to win eventually. Казино все равно всегда выиграет. The lottery is always going to get your money back. Лотерея всегда вернет свои деньги. See, but there's been a change on the inside of me. Во мне, внутри меня произошла перемена. So that's what we want to be bringing out of our leaders. Вот что мы хотим видеть в наших лидерах. Now another area that synergy can get messy is with children. Еще один момент, где синергия может приткнуться, это вопрос с детьми. Because Kirk is 100% right. Кирк, например, на 100% прав. Those guys can hear from God. Дети, они слышат от Бога тоже, могут слышать от Бога. But the next second they turn around and act like children. Но в следующее же мгновение они разворачиваются и ведут себя как дети. And so they can go from hearing God. Они могут услышать Бога. To being a knucklehead. И пойти там удариться головой где-то. So quickly. Очень быстро. So they might. I mean, in our worship, we have these swords that the kids can pick up and have prophetic acts. Во время поклонения, например, у нас даже есть такие игрушечные мечи, когда дети могут какие-то пророческие действия показывать. We learned very quickly to keep them up by my side at the piano. Мы научились, например, очень быстро определять, когда дети уже возле меня находятся, возле пианино. Because those little boys would start out holding that sword up as the word of God. Потому что ребенок будет идти вот с этим игрушечным мечом, как со словом Божьим. And you knew it was worship taking place. И знаете же, что идет поклонение. And in the blink of an eye. И в мгновение ока. You see him over there having a sword fight. Он уже с другим там дерется на этом мече. So someone has to stop. Поэтому кто-то должен остановить. And go down and teach them. И научить их. It's harder that way. Так сложно. But we are so much richer for having the children involved in the worship. Но мы намного богаче становимся, когда дети участвуют в поклонении. We don't have time for all the testimonies of how people have been blessed by the children. У нас очень много свидетельств о том, как дети были благословлены, как взрослые были благословлены детьми. And you have some children that just love that microphone. Есть дети, которые любят просто микрофон. And so you have to say, no, it's not your turn to share now. И, например, нужно детям некоторым говорить, что послушай, сейчас не твоя очередь говорить. But I would always rather have the life. Но я предпочитаю иметь и видеть эту жизнь. Now some people are going to talk about the scripture that says everything should be decent and in order. Многие люди, например, любят использовать место Писания, где говорится, что должно быть все прилично и в порядке. That's true. Это правда. But the order in a cemetery. Но порядок, например, на кладбище is different from the order in a nursery. Отличается от порядка в роддоме. It's still order.
все равно порядок и там, и там. I would submit to you that the highest example of order on this planet высший пример порядка на этой планете is the human body. Это человеческое тело. The human skeleton is amazing. Человеческий скелет, он просто поразителен. The structure is there. Это вот как раз пример структуры. But if you see it, something's wrong. Ну, и, вы видите, когда что-то не так. If you can see my bones, either I'm really, really skinny or something's broken. Например, если я буду очень худой, вы увидите мои кости, поймете, что что-то не так. Или увидите, когда что-то сломано. And there are times that we have put the church as the body of Christ. И мы должны воспринимать церковь как тело Мессии. We've put them into a body cast. Like a cast on their whole body. А, и иногда мы это тело как бы вставляем в гипс. And they can't, well, because something got broken sometime. Потому что что-то не так случилось в какой-то момент, что-то пошло не так. People act like people. Люди действуют, люди — это люди. And they do wrong things. Они совершают какие-то неправильные поступки. So sometimes we just want to make a rule and say we won't let that happen again. И нам иногда хочется просто создать правило, чтобы больше этого не повторилось. And when we do it that way, we just end up eventually not ever being able to move. И в итоге, когда мы так поступаем, мы замечаем, что мы уже не можем даже двигаться. So I want to prepare you. Я хочу приготовить вас. Synergy is not easy. Синергия — это нелегко. We have found that it's worth it. Но это стоит того. So how if there's not going to be a law to control people, how as a leader are you going to get them on board? Мы можем задаваться вопросом, если не контролировать людей, как же как лидером хранить этих людей в правильном, в порядке? You can see your own leadership or someone else's leadership from two perspectives. Можно своих лидеров видеть с двух точек зрения. Either your job is to control everybody and get them to look alike and do all the right things. Либо вы будете контролировать всех и заставлять всех выглядеть одинаково. Or you can plant an idea or a vision and allow those who will embrace the vision to come along. Или вы будете насаждать видение и позволять другим прилепляться к этому видению. On one hand, you're going to have a very difficult time getting people to line up because they will always be getting out of line and you will be doing nothing but correcting. В первом случае вам всегда будет тяжело держать людей в одной линии, потому что люди склонны к тому, чтобы выходить из этой линии, и придется постоянно их контролировать и исправлять, чтобы они становились в линию. On the other hand, the vision of the house, а с другой стороны, это видение дома. You will find those that truly want to follow that vision. В этом процессе вы увидите, как люди есть те, которые хотят прилепиться к этому видению. And then all you need to do is just constantly encourage them. И все, что нужно делать, это только постоянно ободрять и ободрять этих людей. Jesus is the perfect model of the leader. Иешуа является идеальным примером лидера. When he came and confronted the Pharisees, когда он пришел и обличил фарисеев, who were masters of control in a sense, которые были мастерами контроля, but it was not producing followers. Но они не создавали учеников. Whereas Jesus simply went out with no place, no position, no title. Тогда Иешуа показал пример, что не имея ни титула, ни положения, ни места даже где преклонить голову. And 5,000 men plus all of their families would gather to hear him.
что, например, 5000 мужчин, не считая женщин и детей, собрались, чтобы послушать его. Because he was not controlling their life. Потому что он не контролировал их жизнь. He was inviting them into the relationship with his father. Он приглашал их к взаимоотношениям с отцом. Who also was not trying to control people. Который тоже не пытался контролировать людей. But lead them in the way that was going to be most successful or full of blessing for them. Но вел их для того, чтобы они имели успех и благословение. So when we lead people, когда мы ведем людей, we want to simply say, Paul said, follow me as I follow. Например, Павел сказал, что следуйте за мной, как я следую за Иешуа. None of us will be a good leader. Well, let me rephrase it. We will only be a good leader to the extent that we ourselves are following the pattern that Jesus. То есть мы будем лидерами настолько, насколько мы следуем за примером Иешуа. So leadership is not about controlling people. Лидерство не заключается в контролировании людей. Leadership is about giving them the vision. Лидерство заключается в том, чтобы мы давали людям видение. You need a vision or a goal for your own personal life. Вам нужно видение или цель для вашей жизни. We might say it this way: every river is flowing in some direction. Каждая река, она течет в определенном направлении. There are some banks to the river. И река окружена берегами. When a river overflows its bank, we would say it's out of control. It causes. Когда река выходит из берегов, мы говорим, что она вышла из-под контроля и она вызывает трудности. So for ourselves as well as those that we lead. Поэтому для нас, как и для тех, кого мы ведем или кто нас ведет, мы должны быть убеждены в том, что мы живем согласно стандартам, которые мы хотим также, чтобы были привиты у тех, кого мы ведем. Most of the time we are talking in the context of a local congregation. Большую часть времени мы говорим о поместной общине. But this also applies to any area over which you have the leadership. Но это также применимо к любой сфере, где вы являетесь лидером. It's important that you have a vision for your ministry. Очень важно, чтобы у вас было видение в вашем служении. Proverbs says, when there is no vision, the people get out of control. Писание говорит, что где нет видения, там гибнет народ. And one of the problems that God had with Aaron. И одна из проблем, которую имел Бог с Аароном. When they made the golden calf. Когда отлили золотого тельца. Is that he let the people get out of control? Заключалось в том, что он повел, как бы, поспособствовал людям выйти из-под контроля. I don't think Aaron had the vision. Не думаю, что у Аарона было видение. So it's important that you know what the vision for your house is. Очень важно, чтобы вы понимали, какое видение для вашего дома. And then instead of trying to control everybody. И вместо того, чтобы контролировать всех. You put the vision out there. Вы ставите вперед видение. And the people will choose whether or not that's their vision too. И люди уже будут выбирать, является ли это их видением или нет. Now listen, when you're getting your vision for your house, когда вы обретаете видение для вашего дома, don't look out there. Не смотрите, как бы, наружу. Get your vision from God. Не смотрите по сторонам, а получайте видение от Бога. What's going to work in Mineral Wells, Texas? То, что работает в минеральных водах в Техасе, may not work in New York City. Может быть, не будет работать в Нью-Йорке. Now we can always learn from each other. Конечно, мы можем учиться друг у друга. Principles. Принципам. That's why Kirk and I are here. Поэтому Кёрк и я, мы здесь. To share what we've learned. Чтобы поделиться тем, чему мы научились. But you can't. It's not going to work if you try to copy some other congregation. Но не получится, если вы будете просто копировать другие общины. You need to get the vision for your house. Вам нужно получить видение от вашего дома от Бога.
And it took us a long time to figure out what our vision was. Нам потребовалось долгое время, чтобы понять, какое наше видение. What we know now is we're all about the city of Mineral Wells. Но все, что мы сейчас знаем, это касается города Минеральной воды. We are all about worship. Мы нацелены на поклонение. And we care about the entire planet, even though we're a small church. И мы заботимся о всей планете, даже несмотря на то, что мы маленькая церковь. Those are the driving issues for us. Это ключевые вопросы для нас. And so when people come in, they hear about our vision. И когда люди приходят и слышат о нашем видении. And they either embrace it or they say bye-bye. Они либо принимают, либо прощаются с нами. And we bless them. To find where they fit. И мы благословляем их, чтобы они нашли свое место. Because we're not trying to build the biggest church in Mineral Wells. Потому что мы не пытаемся построить самую большую церковь в Минеральных водах. We're trying to do what God showed us was our part. Мы пытаемся делать то, что Господь нам показал, то, что является нашей частью. And we're not criticizing anybody that doesn't do it our way. Мы не критикуем тех, кто не делает по-нашему. We have wonderful relationships with the other pastors. У нас прекрасные взаимоотношения с другими пастырями. It's taken a long time to forge them. В городе, и для этого потребовалось много времени. But know who you are. Но узнайте, кто вы есть. Don't be copying anybody else. Не копируйте других. Okay. The next important thing. Следующая важная вещь. As you're building your house. Во время строительства вашего дома. You can build it on programs. Вы можете построить программы. But you're not going to build a strong congregation without relationships. Но вы не построите сильную общину без взаимоотношений. It's relationships. Вопрос именно в отношениях. Last year we taught on some of the revival cultures that we had learned from Bethel. Прошлый раз мы говорили о культурах пробуждения от Бетель. And one of the important ones was that heaven's government is relational. И один из важных моментов заключался в том, что реальность небесная, она заключается во взаимоотношениях. Father, Son, Holy Spirit are in relationships. Отец, Сын и Дух Святой находятся во взаимоотношениях. Adam and Eve were created because God wanted a relationship. Адам и Ева были созданы, потому что Бог желал взаимоотношений. When we look at Jesus and how he raised up leaders. Когда мы смотрим на Иешуа и то, как он поднимал лидеров. Relationships. Суть в отношениях. 3 years stuck with each other. You know they got annoyed with each other. 3 года были вместе. Мы знаем, догадываемся, что они друг друга могли раздражать. And sometimes you even had their mothers in getting involved. Даже мамы могут участвовать в отношениях. Помните, когда мать апостолов пришла и говорит, что я хочу, чтобы один сын сидел по правую, другой по левую. И если бы я была одной из учеников, я бы сказала, ну, женщина, помолчите. Jesus chose the messy way. И Иешуа выбрал такой путь, там, где мог быть беспорядок. И при этом его ученики были наполнены Духом Святым. Он ушел, он вознесся, и они наполнились Духом Святым. And they turned the world upside down. И они перевернули мир. So don't be afraid of the mess. Не бойтесь, когда будут в какие-то моменты происходить беспорядки или путаница. You've got to have the relationships. У вас должны быть взаимоотношения. Hard not to interject. Well, go on. No, go on. Okay. He says, keep going. Okay.
Он сказал, поехали. Another place in scripture that we would want to look at is 1 Timothy chapter 3. Еще одно место Писания это 1 Тимофея 3. This is the qualifications for elders. Это качества, которые должны быть у старейшин. One of the qualifications is that his family, he manages his family well. И одна из черт настоящего лидера заключается в том, что он хорошо управляет своим домом или своей семьей. This is not if you have all of these things make this person an elder. Это не значит, что всякий человек, кто следует этим инструкциям, становится лидером или старейшиной. So don't think of these qualifications as not applying to you. As only for an elder. Не думайте, что или по-другому еще скажем, что не думайте, что эти качества или эти требования касаются только старейшин. Those principles that he talks about in 1 Timothy really apply to all of us. Потому что эти принципы они применимы ко всем нам. Now what I have observed over the years. Вот что я наблюдала за многие годы. People are going to pastor. Shepherd the flock like they lead their families. Люди будут действительно пастырями и вести паству так, как они имеют отношение в своей церкви, в своей семье. Like many churches, we've had small group ministry, cell ministry. Во многих церквях есть служение домашних групп или ячеек. It's just amazing. Whoever that cell group leader is. И удивительно, кто бы ни был этим лидером домашней группы. They're going to relate to their little home group just like they relate to their kids. Они относятся к своей домашней группе так же, как они относятся к своим детям. And there's room for, if you've had our parenting class, you know, there's room for all the many right ways that are different. И если вы родители или являетесь родителями, вы знаете, что есть очень много способов и правильных путей. At the same time, when you see someone who can't stand up to a two-year-old, they're probably not going to be able to lead a church very well. Но вы также можете увидеть, что если человек не способен двухлетнего ребенка наставить или быть для него авторитетом, вряд ли он сможет повести других людей. And again, it's not about control. Дело не в контроле. But it is about management. А вопрос в управлении. I may not be able to stop my child from screaming. I can't stop a two-year-old from screaming. Например, я не могу успокоить своего ребенка, чтобы он перестал кричать или плакать. But I can put her in her room and make her stay there. Но я могу отвести ребенка в комнату и чтобы он там остался какое-то время, побыл. Until she's through screaming. Пока не перестанет кричать или плакать. How I raised my children. Как я воспитывал своих детей. I told them, you have all the freedom in the world to have your emotions. Я говорила им так: у вас есть вся свобода, чтобы выражать все свои эмоции. But I have the freedom not to have to listen to it. Но у меня также есть свобода не слушать этого. So take your fit and take it to your room. Поэтому, если у вас есть определенные эмоции, идите и отнесите их в комнату. А когда сможете с нами общаться, возвращайтесь. И я поняла, что я являюсь пастором для церкви таким же образом. I'm not going to tell someone that they should not feel a certain way. Я не буду говорить людям, что им не нужно себя чувствовать определенным образом. Но они не будут кричать. Вы же знаете, что взрослые, они тоже могут показывать характер, правда? We do grown-up tantrums. У нас это просто по-взрослому получается. Kirk's still working on not throwing his golf clubs when he gets angry. Кёрк, например, учится не бросаться клюшками от гольфа, когда он злой.
He's working on that. Он над этим трудится. How many of you play golf? Кто из вас играет в гольф? Then you don't understand what she's talking about. Значит, вы не понимаете, о чем речь. We've never seen golf alive. It is a very frustrating game. Okay. Это очень раздражающая игра. Because you're not going to be very good at it. Потому что очень тяжело хорошо научиться играть в гольф. And when he makes a bad shot, he sometimes wants to throw his golf. И когда у Кёрка не получается удар, он хочет выбросить клюшку иногда. He's working on it. И он работает над этим. You have your tantrums. We all have our ways of throwing tantrums. У вас есть свои модели поведения, когда вы вне себя или когда вы злитесь. You have all the right to your feelings in the world. У вас есть права на выражение ваших чувств. I just don't have to watch your temper tantrum. Но я не также имею право не видеть или не наблюдать ваш темперамент и ваши всплески. So get involved with people. Поэтому, опять же, взаимодействуйте с людьми. Вкладывайте свою жизнь в них. Но не думайте, что это будет легко. Но это стоит того. Большинство из нас, у кого есть дети, могут вспомнить грязные подгузники. Те моменты, когда их тошнило. Я никогда не забуду, как я проснулась среди ночи. Right, и мой сын стоит прямо возле меня. Mom, I think I'm gonna throw up. И говорит, мам, я сейчас вырву. Like, bah, bah, bah. А я говорю, отойди. Go to the toilet and call me from there. Иди в туалет и оттуда меня позовешь. We can remember those times. Мы все помним такие моменты. And sometimes if we tell those stories, somebody that had never had children might say, I don't want to do that. И когда мы рассказываем такие истории, те, кто слышат это и кто не имел детей, могут сказать, да я не хочу иметь детей. But it's so worth it. Но это стоит того. It is so worth it. Это стоит того. I would tell everyone, it's like, if you're married and you're, yes, have kids. И те, кто вступает в брак, заводите детей. Это будет тяжело. Очень много беспорядка будет. Очень дорого. Но стоит того. Okay, let's talk about sons and servants. How close are we to break? Very close. We got 15 minutes. Почему 10 минут? Well, we'll cover the servant part. We want to look at two concepts in the house, either being a son or a servant. Мы поговорим о двух концепциях: быть слугой или сыном. So again, this is going to apply to you no matter whether you're serving in a congregation or in your family or in a business. И это касается любой сферы: в общине, в семье, где бы вы ни были, где бы вы ни служили. Maybe even between you and your husband. Может быть, это ваши взаимоотношения с мужем или женой. Or you and your children. Или с детьми. Wherever it is that you're leading. Что бы это ни было. We want to raise up sons, мы хотим воспитывать детей, not сыновей. Create servants. Не создавать просто слуг. Let me insert here. Of course, we're always going to serve. Конечно, при этом мы всегда должны служить. But think about the like a hired servant versus a son. Но вот подумайте об отличии между нанятым слугой и сыном. And this doesn't mean that you can't pay people that come alongside you. People in the church need to live somehow. Опять же, это тоже не значит, что если люди действуют или служат в общине, они не достойны вознаграждения или финансов, например. We're talking about a leadership style. Мы говорим о качествах лидера. Here's three things about a servant. He just does what he's told. Вот три момента, касающиеся слуги. Он делает то, что ему скажут, только. He's not told to think for himself. И он как бы не свободен делать то, что он видит и то, что он хочет. In fact, if he's only supposed to do what he's told, thinking will get him in trouble. Если он должен делать только то, что ему говорят, какое-то
творческое мышление только будет приносить ему беду. And sometimes people don't want to think. И иногда люди даже не хотят думать. They want you to think for them. Вы хотите, чтобы они хотят, чтобы вы думали за них. Just give me a list and I'll do the list. Дайте мне список, я сделаю все по списку. That's a servant. Это так мы создаем слуг. The second thing is a servant will leave when he finds something better. Второе, слуга уйдет, когда найдет что-то лучшее. If he's offered more money. Если ему предложат больше денег, или ему предложат лучшее положение, лучший титул, должность. На работе нет ничего плохого в том, чтобы идти на высшую должность. Но если вы находитесь там только ради того, чтобы... Ради того, чтобы делали вам то, что вы хотите. Вместо того, чтобы продвигать видение дома. Тогда вы просто слуга. И когда будет лучшее предложение, вы уйдете. Now the third way is a servant has no emotional investment. И третье, слуга не вкладывает свои эмоции в это дело. Now understand, we want to be raising up sons, not servants. Поймите, мы хотим растить сыновей, а не слуг. But sometimes someone will come into your congregation that already has a servant mindset. Но будет такой момент, когда придут вам в общину люди, у которых есть мышление рабское. And I've gone to where I can recognize these qualities. И я ощущаю, когда я, ну, я вижу часто в духе эти качества. Те люди, которые были ценными для нас эти годы, это те, кто вкладывал в видение нашей общины. Now some of these people don't worship with us every Sunday anymore. Эти люди, некоторые из этих людей не присутствуют на поклонении с нами каждое воскресенье. They've been sent out. Они уже служат в других местах. But they have the vision of who Well of Life Church is. Но у них есть видение того, кем является церковь Минеральных Вод. And if Well of Life Church were to cease to exist tomorrow, they would mourn. Если эта церковь пропадет завтра, то они будут оплакивать это. A servant has no emotional investment whatsoever. У слуги же нет эмоционального привязанности к происходящему. I'm just trying to figure out because the servant is actually more positive word in Russian, you mean? Yeah, it's hard to find the right word. It's like the conflict when we say we need to be servants, but... Okay, what would the word be that you would pick for hire? I don't know, because... Like a hireling? Like, yeah, right. Let's take a break. Okay. We'll take a break and then we'll get the... No, I got it right now. Okay. Can I tell? Можете, например... Лучше заменить слуга, вот то, что мы сейчас писали, да, лучше заменить словом наемник. Тогда более понятно, тогда не возникает конфликта, потому что Иешуа говорит, чтобы мы были слугами, да, что мы служили друг другу. Поэтому лучше напишите не слуга, а наемник.